Добрый день, это Елена Терехова. Сегодня 22 июня, и мы на огородике, который создан искусственным путем. Так подросла картошечка в коробах, которую я показывала рано весной, когда я сажала ее только картофелем, пророщенным в опилках. Сейчас вот так это выглядит все. Играем в фазенду. Уже второй год я начала подвязывать картошку к опоре. Это камыши, довольно-таки крепкие. И вот целлофановые кулечки нарезаю, как и все остальное, и подвязываю. Вчера был очень сильный дождь, ливень с ветром таким ураганным. Но вот все, результат, все стоит. У кого, конечно, поля, это не надо делать. Все и так растет. А у нас это так делаем. Здесь еще стоит пару заготовок для еще одной грядки. Пока земли нет, будем чем-нибудь просыпать и делать. Картофель как раз вот перед дождем очень хорошо просыпать немножко золой. Я просыпала, и вот был дождик, все отлично впиталось. И это прекрасная подкормка. И посмотрите, какой он уже отличный, высокий, мощный и уже цветет. Цветет, значит, скоро уже будет, вот, цвет есть, значит, скоро будет картофель. Дадим ему подрасти, и все. Здесь, насколько хватило земли и всего прочего, просто засыпали. Вот тут еще семечки какие-то остатки, и посажена капуста кальраби. Малек ее, конечно, нападают мелкие слизни, хотя была обсыпана золой, но я думаю, что она силу возьмет, и все будет в порядке. Это наш парничок. Две крыши поликарбонат и две торцевые, как я говорила, тоже поликарбонат. А вот эта вот сторона целлофан. Вот посмотрите, как удобно, когда вот такая вот конструкция. Если полностью нет поликарбоната, очень удобно с одной стороны обрабатывать и с другой стороны. Подход хороший. Можно помидорчики посадить погуще и ухаживать удобнее. Стабильная опора, точно такие же подвязочки из целлофана, и не забываем опылять свои помидоры. Как я каждый сезон показываю, сделаны перышки, прикреплены, и проходим, опыляем свои томаты. Поиграем, увеличим урожай, у кого есть время, конечно, и желание. Так, что у нас тут остальное? Остальное у нас тут шикарный лучок подрос. По центру морковка. Совместные совмещенные посадки. Свекла по краю. И еще кое-где лук-порей. Укроп уже собрали. Часть заморозили. Ну, остальное мелочь подрастает. Здесь самые большие монстры. На этикетке такая была красота. Перец, мини-перец. Посмотрите, какой он мини-перец. Это просто смехотворная штука. Да. Вот ведемся мы на фотографии красивые. И что получается? Действительно мини-перец. Там посажена свекла. Была выбрана петрушка тоже на заготовку. Все снято и рассажено. Вот остатки. Хочу сказать, что у нас, как всегда, вот сегодня только солнышко, а так было очень холодно, и все отстает в развитии. Здесь у нас огуречная грядка, огурцы на вертикальной опоре. Вот все, они никак не могут взять силу. Но я думаю, все-таки мы будем с огурцами в этом сезоне. И вот по краю, видите, я вам показывала, такой приступок просто приставила, и посажены перцы, ряд перцев. Так, здесь вот в таком укрытии, я его тоже весной показывала. Одна сторона тут целлофан, а вторая, значит, профиль такой пластиковый, кирпичная стена. И здесь высажены томаты. Вот они прекрасно, конечно, тут подросли, тоже посажено очень густо. Я вам всем говорю, что я сажаю очень плотно. Подход с одной и с другой стороны. И можно
прекрасно их обработать, не давать, конечно, пасынкам идти, не давать лишним побегам, формировать в один стебель, но где получается, то в два. И здесь будет, надеюсь, хороший урожай. Тут теплое местечко такое. Ну вот, все говорят, а где вы отдыхаете? Здесь мы не отдыхаем, здесь мы прилетаем, как птицы. Быстренько что-то сделали. Вот здесь еще там клубничка в конце. Полили, подвязали и уезжаем. У нас есть около дома участок, где мы можем отдохнуть. Ну и Рижское взморье, конечно, озеро рядом. Поэтому место отдыха есть. А здесь просто наша фазенда. Ну вот, на этом все. Делаем подкормки, как всегда. С навозиком, с зеленой травой замоченной. И все будет прекрасно расти. На этом сегодня все. До свидания. Всем хороших урожаев. Пока-пока.